На этой неделе сотрудники госавтоинспекции провели акцию под названием «Скажи, коррупции нет». В мероприятии активное участие приняли волонтеры района. Организаторы акции в очередной раз напомнили водителям транспортных средств, а также сотрудникам и посетителям магазинов, что получение и дача взятки считается опасным преступлением, которое несет за собой уголовную ответственность. В ходе мероприятия были розданы памятки с алгоритмом правильных действий при столкновении с коррупцией. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.